В ночь на 12 июля фашистская артиллерия обстреляла райцентр Марьинка в пригороде Донецка. Местные жители слышат взрывы и стрельбу в районе шахты имени Скочинского и улицы Бирюзова. Люди в Марьинке сидят в подвалах, стреляют по блокпосту на Новой Марьинке. Один человек погиб. Кроме того, каратели возобновили обстрел города Северск, накануне оставленного ополченцами. Фашисты сделали несколько залпов из реактивной системы залпового огня со стороны сел Кривая Лука и Закотная. Есть разрушения. Ополченцы Донецкой Народной Республики заняли одну из самых высоких точек Донецкой области, откуда четко просматривается позиция фашистов. Между горой Саур-Могилы в Донецкой области и российской границей отряды ополченцев взяли в окружение южную группу украинских карателей с большим количеством танков, бронетехники и артиллерии. Луганский автовокзал из-за напряженных боевых действий, которые ведутся в этом районе, закрыт до понедельника, 14 июля. Вчера в результате массированных атак украинских карателей в районе автовокзала погиб один человек. Поселок Кутейниково, как и город Амвросиевка Донецкой Народной Республики, в руках украинских карателей. Рядом с Амвросиевкой сосредоточена крупная группировка противника. И там находится тыловая база всей юго-восточной группировки, которая действует против ополчения Новороссии в районе Изварина.